свою убирай там. На камеру свою уберите, молодой человек. Все поели дом-то, блядь. Слушай, я съел пару бутербродов, выпил кофейку. И психолог. А ты что такой летний барбарист? Потому что сейчас мы в машине будем потеть, под мышками вонять сиськи будут. О, это ужасно, кстати. Бля, если мы там зато блок смонтируем, это будет просто... Так, а у меня там ничего важного нет? Интересно. Бля, я ММДМ-ку не взял! Пожрать с собой. ММДМ-ку-то я дома оставил. Протеинный батончик? Купите? Ну не, мы сейчас посмотрим. Еще купите мне, пожалуйста, так, когда мы тебя посмотрим. Кушай, мой хороший. Попробуй. Да не хочу я. Ой, простите, сейчас нас примут просто, уродов. Я вот сейчас, бля, услышал, нам, сейчас тебе физик придет. Не придет. Обоссут еще членом. Какие-то еще другие варианты есть? Да мать родила, блядь, еще и ссаться хочет. Себя. Короче, мы приехали 11 августа, клуб «Союз». Лёшка у нас выступает на соревнованиях. Он тяжелоатлет, спортсмен у нас. По кроссфиту. Кроссфит. Кроссфит. Штангетки онлайн, пожалуйста. Штангетки. Штангетки. Это царь, это Николай Тарасов. Он просто возродился из пепла, как феникс. Он Орион Чокупай ест сыром, если вы понимаете. Что этот человек опасен, а он опасный. Ранен и опасен. И зефир, это уже это у него комбо. Это вообще как клиника. Зефир, сыр, напиток за 180. Ну, чебурашки, ребятушки. Это просто сейчас снимаешь, да, хочешь сказать? Ну да. Молодец, конечно. Такой, бля. Бизнес-центр, налево. Анальное спасибо. Анальное спасибо. Прикольно, смотри, юстиловский этот контейнер. Если настоящий там юстиловский перепку. Нет, это мельдой, мы здесь будем все колоть, запомни. Это не шуточки. Я что там в парке колол? А я курил. Нет? Ну-ка. Давай, Лёшка, заходи. А что закрыто-то? 7 написано. Суббота, воскресенье с 11. Это, блядь, типа... Это все наёбка. Я сейчас обоссусь. Ты можешь так пойдём? Может, там поесть можно? Не, поесть там, походу, нельзя. На, не дам. На, не помню. Да нахрен ты своими вкусняшками-то, блин? Хочется бургер, мясо. Хуюргер. Спасибо, Мишань. Я еще не так голоден, чтобы кушать вкусняшки. Такие вкусняшки. Купите кто-нибудь, давайте. У тебя еще таких несколько штук? А ты? Замечательный человек. Крайний. Лёха, ты чё сел как такая невинная школьница? На, кусай. Не всё. Похоже на... Ты там с 7 утра работал? Ну... Ты типа фитнес, что ли? Ну там такой, да. Тяжелая атлетика. О, это вы что, будете что-то поднимать? Не что-то, а штангу, да. Да ладно, терпи это. Не особливо. Не похож, да? Да.
Сели место для курения. Ну там закрыто еще. Ну дверь еще закрыта, еще не приехал никто. Нет, там написано 7. Ну написано. Сейчас, взвешиваем в 10, в полдесятого приду. А так надо вам побегать. Чего встать? Не бегать? Когда спортом занимался, я бегал, чтобы вес был меньше. Ну вес готов уже. А, уже готов? Ну, конечно. Сейчас добавляешь? Один на все, да? Только переборщить. Ага. Возвращай, пошли. Кажется, как обычно обосрали, да? Не помню. Считаю, что мы улёбки. Что надо побегать. На меня такой поход, ну не похоже. Побегать надо, да. Да я 100 килограмм толкаю. Назвали жирными. Побегать. Бля, мужик тролль ещё тот пиздец. Сеня! Короче, мы с ребятами приехали на соревнования в CrossFit Club Союз. Там, интересно, на черепе Мамаев. Вот, прилетело. Короче, мы тут на югах. И мы тебя поздравляем с днем рождения. Короче, желаем тебе быть таким же огромным и сильным, и вообще Флойд. Просто Флойд. Сеня! Короче, мы с ребятами приехали на... А что, есть какая-то мутная контора, да? Да нет, там какой-то висит. Транспарант. Тинькофф дом. Ты что меня записываешь? Че бегать будешь? Да, бегать. Без штанги. Мы тоже сюжет записываем. У нас, кстати, тоже на такую камеру сейчас будем записывать. Ну это ж удобно, конечно. Здрасте. Мы на соревнования здесь пока, да, посидеть? Посидеть. Отлично. Так, а можно чуть-чуть, да, пройтись? Да, наденьте бахилы, либо смены обуви. Ага, хорошо. Слушай, Костя, возьми саланч нормально, купи, вон здесь, вон еда нормально продается. Всякие вон удоны, лов там. Сейчас посмотрим. Стенд. Да, какие-то популярные чуваки, кроссфитеры. Но мы их не знаем, потому что мы поднимаем штангу. Вот тут знакомы уже Люда. Люда лица. Алексей Тарахти. Дими. Дмитрий Клоков. Апти. Илья. Ешанькин тут записался. Ешанькин тут писал. Берестов. Слушай, такие штангочки хорошие, я прям хотел бы поднимать. Четко, стильно, молодежно. Смотри, какая штанга прикольная, кому? Кому штанга? Цитата, что ли? Ага. Это как вот здесь? Есть UCL фирма, есть еще.
Ну, не знаю. Вон, красненькая есть. Не, блин. Просто желание, да? Просто желание до спорта только сейчас Лёха. Еще никто не пришел из звезд. Тебе надо просто покушать и покакать. Раз. Весь предстарт твой мандраж у себя? У меня есть предстартовый аппетит. Предстартовый, это самое главное. Сейчас что я с сахарком бахну чай, нормально будет. Ну хорошо, что ж тебе залезет хорошо. Вот в царёшу тоже неплохо залезает. Я свой удончик с курицей уже слопал. Царёша. Ребята кушают. Лёха взвесился, все хорошо. Весит 118,5. Ну шучу, в 98-ю, 89-ю точнее залез. 98-ю. Ешь много. Я же, блядь, дышать не смог. Вот, тихонечко народ подтягивается. Как-то так. Это будет в кошмарах снится, этот звук. Включаешь свою камеру, это замечательный день, лень. Ну и что ты меня спросишь? Лёша. Почему? Когда меня так по сердцу звал, Лёша? Почему ты не серьезный? Лёша. У тебя же серьезный старт. Лёша. Сколько ты заявил, кстати? 120-150. 150. Мне кажется, ты поскрёмничал. Посмотрим. Поскоромничал. Потому что я не знаю, кто я. Сейчас еще этому поднять, если честно. После таких вот деньков-то. Да поднимешь, вообще изи. Поднимешь, 80 надо. 80 было неплохо, да? Порвал пятницу. 80? 80 прям, блин, запасом килограмм 20 зашли. Спасибо. Значит, 20 много начинаешь. Вань. Сука. А ты что скажешь? Сам-то Вань. Ты... Это как называется-то? Про зефир скажи, мне надо. Ну давай третий раз по кругу пройдемся, в принципе. Да ничем не надо. С полтинником 2, 7 с 2 подхода. Царевна! Что ты шальной? А что ты лежишь? Зубы жалкие, кусают. Короче, обустроились. Лёха тут себе грифчик выбрал хороший. Лежбище устроил котиков. Царь наседно на троне восседает. Представляем участников всероссийского турнира по тяжелой атлетике среди любителей и профессионалов «Золотой гриф». Весовая категория 89 килограммов выступают. Номер 1 – Александр Цулая, «Скиллфит». Номер 2 – Евгений Пеньков, «Олимп Курск».
Номер 3 – Игорь Самойлов. Номер 4 – Артем Обманкин. Номер 5 – Вадим Чернышов, Подольск. Номер 6 – Владислав Хромов, Союз Кроссфит. Номер 7 – Павел Федотов, Бухтин. Номер 8 – Григорий Польщиков, Берестов Тим. Номер 9 – Алексей Семилетов, Кроссфит-клуб Валдай. Номер 10 – Максим Цой, Гуд Джим. Номер 11 – Денис Набиев. Номер 12 – Сергей Журавлев. Номер 13 – Сергей Грифулин, Берестов Фитнес. Номер 14 – Василий Финагин. Номер 15 – Максим Жаров, Иваново. Участники представлены техническому контролеру увести участников на разминку. На разминку дается 10 минут. Thank you.
Держи! Умница! Подъем защита. Вес ноги 120 килограммов. На помост приглашается номер 9. Представитель кроссфит-клуба «Валдай» Алексей Семилетов. Первая попытка. Готовится номер 1 Александр Цулая. Держи! Молодец. Подъем удачный. Посмотрите, 121 килограмм. Подъем защита. Посмотрите, 125 килограмм. Неудачная попытка.
Подъем защита. Есть, есть 102. К сожалению, вес не покорился спортсменам. Вешнаги 120. Подъем удачный. Вы знаете, 128 кг. Держи! Держи! Красавец! Подъем удачный. 130 килограммов. Леха, 3 из 3. Красавец. Молодец. Заебись. Заебись. Ты видел вообще? Красавчик. Ты нервничаешь? Ты волновался за Лешку? Орал как мог. Я про это тоже. Блин, 128 прям, о, поволноваться заставил. Последний раз я как зарубил, и Лёш сразу стал такой, ёпт, я вовремя встал. Молодец. Все, успокойся. Сейчас надо это приодеться. Порвал? Снял, снял. Просто в груди. Стоп, 11 килограмм. Внимание, вторая.
130 килограмм. За самого превышается номер 15. Максим Жаров, АРФ. Натянись ровно вверх, пошел. Давай. Что так-то? Подъем защита, две штанги 150 килограммов. Удачная попытка. Без защиты. 151 килограмм. Номер 3. Игорь Самойлов. Первая попытка. Готовится номер 9. Алексей Семилетов. С ошибки начинает Игорь. Две штанги 155 килограммов. Номер 9. Алексей Семилетов. Первая попытка. Готовится номер 3 и... Встал! Давай! Держи! Подъем удачный. Вешнаги 155 килограмм спортсмена. Подъем защита. Кстати, 156 килограмм.
подъем удачный. 158 килограмм. Давай! Неудачная попытка. Мештанки 161 килограмм. Второе место завоевал Алексей Семенетов, набравший 290 килограммов в сумме двоебоя. Он представляет кроссфит-клуб «Валтай». И победителем стал Игорь Самойлов, набравший 295 килограммов в сумме двоебоя. Игорь представляет МФСО. Чемпион! Японская медь, поздравляем тебя! Хороший результат. Ну, ничего, 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 есть. Ты заслужил эту половинку сникерса. Дай. Царь, ты переживал за Леху? Ты орал? Я слышал, как ты визжал. Просто как баба. Сам ты визжал. Сам ты визжал. Охуел. Ну, давно я такой не был беспомощный под ней. Слушай, ну а хуль ты хотел-то, блядь? Вафля, блядь. Нахуй ты заболел, потому что перед самым стартом. Вот нахуя, скажи вот. Вот шушная тема. Что ты хочешь? Я хочу знать, как тебе дела. Я устал. Устал? Че ты? Сильно переживал за Леху? За Леху очень-очень сильно переживал, орал как слышу, когда он не мог встать. Он не может, такой, Леха, вставай, такой, бля, ладно, хорошо, опять встал. Я ему ору, толкай, он хуя толкай. Ору, держи. А че во втором подходе так плохо кричал? Да я думал, он там, типа, хуяк-хуяк и все сделает. Блин, короче, я когда увидел второй подход, я думал, Леха, ты на третий не встанет просто тоже. Ну, блин, собрался вообще нормально. Я на третьем уже был, ну, типа, долго понес на штыря. Раз уже на блинчики писал, я даже не стрелял. Думал, ну ладно, сейчас он это не сделает. И все. Дети, спина не ловится. И такой, вот я аж сам подпрыгнул. Он как-то... аппетитом. Кушать собрался? Наверное. Давай. Молодец. Богатки.